Вторую неделю подряд отмечается сложная обстановка на водных объектах области. Наблюдается превышение показателей происшествий и гибели людей на воде почти в два раза. За неделю на водных объектах произошло 9 происшествий в городе Новосибирске, Барабинском, Новосибирском, Куйбышевском, Тагучинском, Чановском, Чулымском районах. Погибли 9 человек, в том числе 2 детей. Причиной гибели детей в Тагучинском и Чановском районах послужило оставление без присмотра взрослых в процессе купания в месте, не являющемся традиционным местом отдыха. Также на прошлой неделе на акватории Новосибирского водохранилища спасателями была организована помощь 2 детям. Были переданы родителям, медицинской помощи не нуждались, проведена профилактическая беседа. На текущей неделе ожидается жаркая погода с повышением дневных температур воздуха до плюс 35 градусов. Риск возникновения происшествий на водных объектах остается чрезвычайно высоким.